Всем, кто поддерживает войну России в Украине, прошу покинуть мой канал. А теперь здравствуйте! Сегодня я буду готовить знаменитое польское печенье «Мазурка», но переделанное для диабетика. Это печенье очень вкусное, мягкое, в нем очень много орехов. Для приготовления нам понадобятся грецкие орехи, яйца, сушеные груши. Если у вас нет груш, можно использовать другие сухофрукты, которые не содержат сахара. Также я буду использовать варенье из ревеня. Я его приготовила сама, без добавления сахара. Когда я его варила, я использовала стевию. Мука цельнозерновая, ванилин, раздвиглитель теста и стевия. Если у вас нет такого варенья, как у меня, вы можете использовать любое другое варенье, приготовленное без сахара для диабетика. Нарезаем сухофрукты. Очень трудно найти в продаже сухофрукты, которые не содержат сахара. Вот такие вот грушки я нашла у бабушек, которые продают на стаканчике. Измельчаем орехи. Сильно орехи измельчать не нужно, чтобы в печенье чувствовались кусочки орехов. В миску перекладываем яйца. Добавляем ванилин. Добавляем стевию. По рецепту идет 2 ложки стевии, но так как у меня в варенье уже есть 1 ложка стевии, поэтому я кладу 1 ложку. Взбиваем яйца. Яйца взбились в густую пену. Добавляем сюда варенье из ревеня. Перемешиваем. Всыпаем сухофрукты, орехи. Перемешиваем. Добавляем раздвиглитель теста. Просеиваем муку. Перемешиваем. Добавляем еще муку. Тесто на густоту должно получиться вот такое. Форму я застелила пекарской бумагой и немного смажу растительным маслом. Перекладываем тесто в форму. Выравниваем тесто по форме и ставим его выпекаться в духовку. Выпекать печенье я буду в духовке, разогретой до 180 градусов. Время я вам скажу попозже. Звезда Ютуба, ты сегодня есть будешь, а?
ушла и не попрощалась. Выпекалось печенье 30 минут. При температуре 180 градусов режим вверх-вниз. Проверяем печенье на сухую палочку. Печенье готово. Пока корж горячий, нарезаем его ромбиками. А теперь нарезаем вот так. Получаются такие вот красивые печенюшечки, ромбики. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного всем аппетита! Слава Украине! Героям слава!